Всем привет! Это рубрика «Простые правила» и с вами я, Анна Шамбадал. Научу всех говорить грамотно. Ну и себя заодно. Будем разбирать самые распространенные ошибки, ударения в словах, а также исключим несуществующие слова из нашего лексикона. На повестке дня слово «ложить». Узнаем у прохожих, как правильно ложить или все-таки класть. Ложить есть слово? Есть? Нет. Вы меня ставите в неудобное положение. Не дай бог, это посмотрит моя мама. Класть? Ну, не знаю. Ну, как бы употребляется, но вообще-то класть правильнее было бы. Смотря, что же опять? Ложить. Ну, ложить такого слова нет. Положить есть. Да. Запомните, слово «ложить» нет в русском языке. Его можно употреблять только с приставками «положить», «сложить», «доложить», ну и так далее. А вот слово «класть» есть, и именно его стоит использовать. Чтобы точно запомнить, употребляйте это слово как можно больше. Класть на тарелку, класть сахар в чай, класть в карман, класть зубы на полку. Рубрика «Простые правила». Узнал, как говорить правильно? Расскажи другому.